чего такое-то? Сон, обед и снова все сначала. У маленького Сафрона все строго по расписанию. Родился малыш 3 дня назад, 6-м по счету у мамы Вали. Большая семья была заветной и романтичной мечтой обоих супругов, такой же, как и история их знакомства. С мужем мы познакомились в кафе. Он меня на самом деле знал уже достаточно давно, потому что мы жили в одном дворе, но я его не знала. И когда он ко мне подошел познакомиться, прямо в первый день, он мне сказал, что я на тебе женюсь. Я посмеялась и говорю, ну, шутник, подумала я. Ну, оказалось, все действительно, как он сказал. Результат их большой любви – 6 прекрасных малышей, которые пока еще ждут встречи с братом. Оля, Платон, Мария, Мирон, Василиса и теперь Сафрон. В семье Хатаревых счет пока равный – 3 мальчика и 3 девочки. Но мама Валя обещает, что это ненадолго. Когда познакомились, сразу же как-то единогласно решили, что у нас будет 5 детей. Но потом мы поняли, что опять это не предел. И вот у нас уже 6-й малыш родился. Поэтому с уверенностью могу сказать, как в 3-й раз говорила, что еще вернусь. Если Бог даст, то придем еще. Для перинатального центра Валентина Хатрева во всех смыслах VIP-клиент. И отношение к мамочке соответствующее. Один из подарков – палата повышенного комфорта. К мамочкам ко всем относимся хорошо. Многодетных очень уважаем, поддерживаем. Это, ну, я считаю, мамочки-героини, которые вот, тем более маме 30 лет, 6-й ребенок, то есть это вот мама прирожденная. Стены Мытищинского перинатального центра для Валентины уже стали родными, как и его сотрудники. Своих 5 детей она рожала вместе с акушеркой Татьяной Киселевой. Доброжелательность, чуткость и забота – ее главные принципы в работе. Такое, ну, трогательное отношение к будущим мамочкам, поэтому у нас как бы это не только лично моя какая-то заслуга, это у нас все, весь коллектив как бы надо работать так, чтобы женщине хотелось прийти к нам еще раз. То есть у нас все очень доброжелательно. Остаются считанные минуты до встречи. Сафрон окружен маминой любовью и заботой. Он полон спокойствия. Мужская выдержка ему досталась от главы семейства, признается мама. Нечего бояться. Но мне кажется, первый он такой, самый, такой как бы, как это сказать-то? Волнительный, да. А сейчас так, ну, есть волнение, но да, уже привык. Но привыкнуть к долгой разлуке с мамой невозможно. Наконец, долгожданный момент – встреча с братом. Ой, супер. Не, ну вообще сначала казалось, что все. Что все? Приговор. Это конец. Почему? Спать не будем. Да. В школу? Я завтра в школу не пойду. Я спать вообще не буду. Я все целый вечер буду с ней. Не с ней, с ней. Да. Секрет большой и дружной семьи Хатаревых – это, конечно, любовь и взаимоподдержка. Впереди у них много планов. Но главная цель – это 7-й ребенок. Алина Савыш, Александр Соломкин, 1 Мытищинский.